Пошла к врачам, они мне сделали снимок всей челюсти, ну, посмотрели на компьютере. И одна сказала, что надо вот удалить зуб под коронкой. И они удалили вместе с коронкой зуб. Ну, там на кончике зуба были какие-то синие и красные полосочки. Я не могла понять, почему раньше я такого не видела. И она мне сразу сказала, что вам надо идти к невропатологу, которая удалила. Я же, конечно, подумала, при чем здесь зуб и невропатолог. И, ясное дело, долго не ходила, пока не стала бить голову, в ухо и в мозг. То есть у нас, смотрите, варианты. Есть это троичный нерв, мы его уберем сейчас, этот нерв. Если это попали в нерв, когда зубом решали вопрос, это все, пишите пропало, понятно? Ну что значит пишу? Ну потому что, смотрите, мы делаем, что возможно. Я говорю, если попадает стоматологи в нерв уколом, все, там нет варианта. Бывает пол лица потом перекашивает и все. Сейчас не больно. Пока. Ну просто вы сильно давите. Вот. Не больно? Ну, пока нет совсем. То есть мы сейчас пробиваем спазм, чтобы убрать это напряжение. И у меня это ухо стало плохо слышать. Последние где-то 2 года, да? И даже глаз этот у меня видит. Ага, я спазм сразу уходит. Начало с того, что я... А еще, когда мне было 4 года назад, или даже уже, наверное, 9, меня дочка, я к ним приехала на свой день рождения, да, я не... Так, ну тихо, тихо, сейчас, секунду. Все, рассказывайте. Они мне день рождения в ресторане отмечали. Круглая дата была. И мне именно в этот день рождения, повезли к стоматологу, и меня удаляли зуб мудрости. Они 3 раза делали обезболивающее, разрезали десну. Может, они уже тогда повредили, но это было 9 лет назад. И они потом... Чего вы там смотрите вдвоем? Мы смотрим вдвоем, иглы как стоят у нас. Мы это показываем, как это все происходит. Вот. Ладно, это все понятная история. Мы сейчас... Так, может, они тогда еще повредили, вот что. И потом у меня стало на глаз, пошло. Я приехала в Ростов к окулисту, он мне сказал, вы вообще видеть не будете им. Ну, почему перестала? Вот у меня как будто бы я слышу, да? Но я не слышу четкости. Вот когда они приехала, у них я на телевизоре слышу хорошо. А свой телевизор я... Слышите? Да. Вот я еле-еле тру, слышите? Чуть-чуть так слышу. Ну, я еле-еле вот тру. А вот так... Ну, слышу, конечно. Так, а сейчас четкость в ухе появилась или нет? Слышите хорошо меня? Да. Как-то вот бывают моменты, что не слышу. Сейчас хорошо слышите? Да. Вот. Не было. Вот сейчас мы поставили иглы, убираем спазм. То, что раньше было, там, телевизор, вы плохо слышали, это раньше. Сейчас слышите хорошо, да? Ну, знаете, да, вот сейчас вот вы говорите, я все слышу. Вот. Вот это вот убирается спазм, ну, через иглы. Это сразу, как показываем, работает, да? Да. Вот так.